это просто капец, что натворила детвора. Даже вот это чудо тоже куда-то тащила салфетку. Кусок линьки, это не какашка, кусок линьки в воде. Ладно, безобразие тут творит делову. Блин, есть тут закапывала что. Ну ты, блин, Квазя, ты ж культурная девочка была. Угу. Ну давай мы сначала, правда, сегодня уберем, сломаем, как так сказать, настрой вам, а потом будем кормиться. Безобразие сегодня повезло больше, ему тараканов нужного калибра первых наловило. Так что вот, будем кушать. Мордашка вечно ждущая, хорошо жрущая. Да, опять у меня резкость куда-то теряется. Ну, у меня бывают проблемы с телефоном, так что извините за качество съемки. Пока я там это припудриваю, вылавливаю следующего таракана, тут такие глазки на меня смотрят. Чего ты, говорит, медленная такая? Это ж долго ж так ждать. Куда ты? Я тебе в лицо принесу, не надо выходить из кабинета. Вот, кушай. Умничка, хороший мужчина растет, хорошо питающийся. Ждет, ждет, на, вот тебе таракан прилетел. Ой, у него пополам, ага, свернул. Ну, бывает и такое в жизни, куда деваться. Он решил хвостом похвастаться. Красивый, красивый. Лучший от мамы и папы в себя вобрал, вопросов нет. И глазочки, да, и рыжесть, так сказать, свою яркость, красоту. Тебе еще одного. Угу. Вот, вот, о, пальцы, не надо жрать пальцы тараканам. Да, вот тараканам надо питаться. Вот и все, молодца. С тебя пока хватит. Неоднократно рассказывала, квазючечка получает калибр тараканов поменьше, чтобы нормально хватались, поэтому количеством побольше. Да нормально, что ты там на нем ищешь? Годность? Не, говорит, хочу в глаза сначала посмотреть. Вот это у нее обряд такой. Да, первое надо рассмотреть внимательно, а потом будем жрать на ура. Да. Традиция, традиция, куда деваться. Уже готова прыгать за тараканами. Но я тебе к лицу приношу, не надо за ними прыгать. Да, вот оно, оно. Вкусное. Да, он как орбик твой видит. Давай, бери. Хороший, хороший. Я гарантирую качество. Ух ты, ё-моё. Вот так вот даже подняться можешь. Гляньте, гляньте. Вот так на цыпочке аж. Ё-моё. Да что ж там такое? Давай ниже опущу. Ну его нафиг. Такие позы. О! Ну, динозавр получился. Да нормальный таракан, бери. Бери, бери. Высоко сильно для тебя, да? Хочу на спину посмотреть. Ну, смотри. Нормальный, годность хорошая. Ни капли не просроченный. Вообще ни граммочки. Вот тут надо посмотреть штрих-код, короче, почитать. Да, тут полосочки, тут штрих-код. Все нормально, годность хорошая, все можно есть, отлично. Уже с нетерпением ждет, пока их там притрушиваю, пока достаю, ее тут плющит. Да бери нормальный, что там рассматривать? Все с одного контейнера, тут сейчас без вариантов. Я остатки своих колоний всех сыпала в покупную, которую летом брала. Так что все теперь одинаковые. Скажи, ну посмотреть-то все равно интересно. Пошла, пошла, пошла. И куда ты пошла? На, иди сюда. Вот, 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 сюда, сюда, сюда. Вот, вот он красивый какой тараканчик. Бери. Да, я говорю, красивый, заглядение. Глянь какой. Гля какой. Да. И усами еще шевелит. Нравится? А, не, надо спину посмотреть. Ну, наш штрих-код сзади, это вопросов нет. Все. Вот такая нямочка. На все лицо. Не, ну ей реально крупнее и опасно давать, может не пропихнуть через это вот искривление пищевода. А вот такой калибр на ура заходит. А я к тебе еще с тараканами. Глянь. Видишь, нет, глаза свечу сильно. Ну ты далеко собралась? У меня еще есть еда, глянь, вот. Да-да-да, вот иди сюда, увидела, увидела. Да, ты думала все? Нет, еще не все. У меня еще есть. Вот, бери. О, это оказывается, да, зря я ушла, тут продолжение банкета. Вот и кушай на здоровье, да, резкость, конечно, часто пропадает, но, в принципе, ребенка видно, а это главное. Ну, ты хоть воткнула их там? Вот еще, да. Хочешь?
конечно, скажи, хочу. Что ты спрашиваешь? Так интересно, как взгляд у них меняется, когда они рассматривают таракана. Что-то ж там с идентификацией объекта связано. Оно не оно шевелится. Что-то это вкусное, наверное, да? Именно со спины любят смотреть. Ну на, со спины. Ой, за голову, со спины вкуснее, наверное. Ну правильно, когда ногами кверху, ноги щекотят небо, им не нравится, они часто трепают головой и выкидывают таракана. Давай попробуем, может еще влезет. Да никакой, чуть-чуть покрупнее, капельку. О, классный, да, вообще задышало. Я понимаю, тебе калибры покрупнее нравятся, но это стрёмная фигня. Только в разумных пределах. С твоим-то горбом. Да, он машет там что-то тебе. Ну на, со спины. Вот так вот. Это лучше со спины, бо спереди ноги, ну и он нафиг. Щекотуна вот этот такого в себя запихивает. Ух! Контрольный, и я отстану от тебя, давай. Опа, нифига себе, контрольный. Ё-моё, значит самый лучший. Бери, точно лучше, я тебе говорю. Самый отборный, да, самый классный. Ну на спину, на. Вопросов нет. Как я говорю, штрих-код только со спины. Там полосочки, да, там как раз все сразу видно. На тебе. Класснючего такого. Класснючий, класснючий, отборный. Короче, все качества, которые только можно собрать воедино в таракане. Все. Ну и Wi-Fi ну только забирай, вон там антенна. Вот и все. Вот только глотай теперь там полный зуб. Гляньте, что делается. Мама дорогая. Ну я надеюсь, ты их сейчас глотнешь все-таки. Ну, давай запихивай, я пока водичку тебе налью. Салфетки приготовим. Давай, глотай, глотай. Сейчас эч пропихну, скажи, подожди. Они головой так интересно приминают себя. Потому что, ну, система у них такая глотательная. Ну, куда деваться? Набивают полный зубик, опа, и потом толкают в пищевод, как уточки. Имущество всем вернуло. И я думаю, что, скорее всего, следующее кормление уже будет в новых контейнерах. Они сейчас переварят немножко, и я их пересажу. Надо будет еще, кстати, взвесить. Да, контейнеры новые уже готовы. Я просто все ждала, там, заказать хочу укрытие им. Ну, наверное, пока будут в обычных влажных камерах. Ничего страшного, укрытия потом поприезжают.